Ты просто дешевое брехло! Ты потрясающе безответственный. Люди слушают. Ты чокнутый эгоист. Ты не один такой, Чарльз. С ней все было совсем по-другому. Женщины жесть. Я не хочу больше быть с тобой. Не могу сконцентрироваться, думаю о ней каждую минуту. Минуточку, дзин. Перематываем назад. Что ты наделал? Когда девушка твоей мечты уходит от тебя, она нашла в шкафу мои фотографии с другими девицами. Тогда я с ней совершенно согласен. Так, что-то я торможу. О чем мы говорили? Единственное лекарство от разбитого сердца — ты только посмотри на это. Здорово, девчонки! Это богатая фантазия. Валим отсюда! В тебя попали? Нет, но я, похоже, мышцу потянул. Ты мужик? Конечно, да. Докажи мне. Ивана, давай просто поговорим. Я ранен. Дикари. Фильм Романа Копполы. Ты думаешь о чем-то ужасном? У меня целая теория. Я об этом пластинку записал. Существует тайная организация под названием СЯО. Секретное сообщество яйцеотрывательниц. Залезай быстрее. Огонь! Что это было, черт возьми? Еще бы немножко и попали. Кто хочет попкорн? Мне кажется, я больше никогда не влюблюсь. Ты полный псих. Да, я знаю. Я ждал тебя всю жизнь. Слышал о войне полов? Так вот она, прямо здесь. Значит, надежда еще есть? Всегда есть. Чарли Шин, Джейсон Шварцман и Билл Мюррей? Вискаря под рукой нет. Умопомрачительные. Проказы, фобия, страдания, фантазии Чарли Свона Третьего. Сейчас будет больно.